Салют, ребятушки. Это все еще Саша. А это мой видеоблог. Получил очередную посылку. Сейчас будем посмотреть, что это такое. Да, это я тут вот по двору иду, условно говоря. Собственно, здесь у меня карабас, пришедший от OnlyFix. Заказал очередной шатун для велосипеда, потому что у меня на педали появился люфт на правом шатуне. Ну и, собственно, раздраконил там все на свете и стало это все дело непригодным. Ну вот, собственно, целую неделю вообще ничего не катал. Наверное, даже сегодня же поменяю все это дело. Вот. И, кстати, во мне же есть хоть сколько-нибудь коммерции, поэтому левый шатун хороший, вполне себе нормальный, я продаю, естественно же. А правый бонусом, ну, понятное дело, он неисправен, но если вдруг вы какой-нибудь там Ацтек или кто-нибудь там еще из какого-нибудь племени и хотите вы ее там на цепочке на груди носить, то, в принципе, не возбраняется. Все детали пишите там где-нибудь там в комментарии, и обязательно, там, или в директ, я не знаю куда, ну, просто можете хоть на почту написать. По цене вас сориентируют. Это будет точно недорого. Если просто захотите отдельно правый поломанный купить, вот он отдельно дорого стоит, там порядка 10 тысяч буду за него просить. Вот, а если вот отдельно левый шатун, то вот там за косарь, а правый бонусом подарю. Поэтому это выгодное приложение, имейте в виду. Да, сегодня поставлю, в очередной раз покатаюсь, потестирую, ну и в самое ближайшее время будет обзор по велосипеду, а пока его не будет. Вот посмотрите вот это вот видео. Да, я, кстати, подумал, а что я буду домой идти, что-то этот, надо же коробку-то вскрывать. Ну, сейчас ее и откроем, наверное, да? Надо ключ только достать, которым буду открывать это дело, и тут же на месте смекну, а ну, бля. Ну, посмотрим, что там. Опа! Гля, и наклеечки опять. Так, ну что? Шатун правый, 110 БЦД. Шатун левый. Вот, наверное, его-то я и буду продавать. А правый продавать не буду. Тут хотя бы он резьба живая. Наклейки нужны? Тоже за 7000 отдам. Считай, за бесценок. Да, ну я e-commerce, конечно, 7 загнул. Ладно, 6990. Специально для вас. Это, кстати, по промокоду Mustang. Вот. Там 10 рублей скидочка будет, точно. Не просто открутить-то получается. Пойти, наверное, в интернет посмотреть туториалы. Слушай, уже настолько привык крутить одну педаль, что казалось бы, а нахрена я вообще тогда шатун меняю? В принципе, я и так нормально езжу. Еще умудряюсь одной рукой телефон держать, чтобы записывать. Вот он мой каршеринг, как раз взял самую маленькую машину, нужно поместить туда велосипед, ну и поедем. Что, поместится, не? Думаю, да.
В общем-то, да, задача, по большому счету, прям вот в кратчайшие сроки, минут там в течение 15-20 минут доехать до Веломедика, который на хлебзаводе находится, соответственно, отдать им новый шатун, они поменяют, прикрутят туда педаль, и я буду ездить прям сегодня же. Вот. Я очень хитренький в этом плане. Осталось только запастись терпением. В общем-то, поменяли на правый шатун вместе со звездой, поставили туда, соответственно, педаль. Вот, смазали, чтобы все это дело не прикипало. Ну и, в общем-то, так катаюсь. Ну и также вот в рулевом стакане у меня тоже какой-то скрип был, когда рулем крутил влево-вправо. Вот, и разобрали, там вообще не было никакой смазки, пришлось смазать. Ну и как слышно, теперь уже нету никаких скрипов ни в руле, ну и видно, что и педаль на месте. Все, вернулся велосипед в мое нормальное привычное состояние, еду, наслаждаюсь. И да, так как на следующий день погода выдалась офигенная, решили поехать в Серебряный Бор покататься, посмотреть, что там происходит. Вы там тоже не вздумайте переключаться, будет впереди все самое интересное. Так как я еду в Серебряный Бор не один, мы решили с Кириллом покататься, то, в принципе, я решил воспользоваться МЦК. Это вообще, в принципе, офигенская такая штука. Ну, Москва, понятное дело, она очень большая, и от одного конца до другого можно там потратить, ну, чуть ли не часа два, наверное, езды на велосипеде. А времени и так впритык, поэтому мы договорились на определенное время, на которое я успевал только вот, если я доехал до Кирилла на МЦК. Ну и дальше у нас начался наш роуд-трип по общественным дорогам, по тротуарам, по всему, чему только можно. Вообще я немножко прифигел, когда увидел людей, плавающих на сапах, потому что вода-то довольно-таки холодная, то есть она там, ну, условно говоря, там плюс 12, они плавают в обычной одежде, то есть она даже и промокающая, если кто-то там куда-нибудь там свалится в сторону, ну, то есть такое себе. Мне? Мне хватит. Давай посмотрим, что это такое. О, нормально. Ох ты ж, я даже с головой не буду. Ты, я сам не буду с головой, я просто рабочий. Ты хорош. Бога веришь? Нет. А придется. Ты можешь даже на месте просто. Вот так вот. По шею залезть. Ладно. Хорош. Ядрен батон. Ездец. Давай матом. Ну, на камеру. Не будем запикивать. Извини, я не уверен, что второй раз сюда залезу. Сегодня точно нет, но когда-нибудь может быть. Сейчас мне должно быть тепло. Ну, в целом, в принципе, и тепло. Кстати, после бега нормально, я думаю, ноги прям хорошо остужаются, это точно.